Масло для роста волос. Здоровый вид и быстрый рост локонов после применения масляных экстрактов растений были отмечены еще во времена истинных красавиц Клеопатры и Нефертити. Их благоухание успокаивали и придавали уверенности, а питательные компоненты оказывали магическое действие на кожу и волосы. Масла для роста волос – это уникальная копилка витаминов, полезных веществ, благодаря которым у каждой современной девушки есть возможность почувствовать себя настоящей царицей с роскошными, длинными локонами, струящимися блеском, словно водопад. Какие масла лучше использовать, их свойства и правила применения, читайте на нашем сайте. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Как действует на волосы масло для роста волос? Это природный кладезь питательных веществ, полиненасыщенных кислот. Получает их посредством переработки орехов, плодов и семян растений. Масляные экстракты растений составляют прекрасную альтернативу дорогостоящим бальзамам, маскам для укрепления и стимуляции роста локонов. В их составе присутствуют витамины красоты А, С, Е, множество полезных жирных кислот, в том числе омега-6 и омега-3, фенолы, полифенолы, лецитин, фитонциды. Регулярное применение масляного экстракта гарантирует заметные перемены, делает локоны послушными, мягкими и шелковистыми. Способствует укреплению волосяных луковиц, предупреждая выпадение волос, локоны становятся крепкими, защищенными от агрессивного воздействия внешних факторов, солнечного ультрафиолета, масло оказывает противовоспалительное действие, предотвращает появление перхоти, развитие сиборийного дерматита, некоторые растительные экстракты обладают осветляющим действием. Подробнее о натуральном осветлении вы можете узнать у нас на сайте. Масляные экстракты для волос бывают эфирными и косметическими, базовыми. Эфирные масла не имеют жировой основы, они легко проникают внутрь покровов, оказывают раздражающие действия, стимулируют кровообращение и внутренние процессы. Самыми популярными эфирами, стимулирующими рост локонов, признанный эфир чайного дерева, отличается высоким лечебным и питательным свойством, часто используется для борьбы с перхотью и дерматитами кожи головы. Масло БЭ улучшает рост волос, останавливает расслаивание кончиков, стабилизирует жировой баланс кожи головы. Масло Андрея – средство глубоко очищает покровы головы, способствует росту новых волос, камфорное, способно реанимировать ослабленные окрашиванием локоны. Подарит блеск и остановит выпадение. Косметические, базовые масла обладают более плотной текстурой, не летучие. Их можно наносить в чистом виде без риска обжечь кожу. Такие средства создают вокруг волосяного стержня защитную жировую пленку, блокируя негативное воздействие внешних факторов. Приумножить длину локонов поможет массаж кожи головы с применением масляных экстрактов. В список лучших масляных экстрактов растений, которые помогут быстро укрепить и отрастить длинные волосы, входит масляные. Средства добавляют в маски, используют для обогащения бальзамов, шампуней или в процедурах для стимуляции роста. Чтобы получить максимальную пользу от экстракта, подбирайте его правильно, для жирного типа шевелюры – органовое, кокосовое, льняное, миндальное, а для сухих локонов подойдет оливковое, репейное, касторовое. Подробнее о том, как использовать эфирные масла для роста волос, читайте у нас. Добиться желаемого результата одними растительными экстрактами очень сложно и долго. Эксперты рекомендуют добавить в уход профессиональные активаторы роста или специальные аптечные средства. Отрастить длинные локоны также помогут шампуни для быстрого роста волос, укрепляющие и стимулирующие рост сыворотки. Для волос – многокомпонентные маски для волос с эффектом быстрого роста, ампулы, которые ускоряют рост волос. Витамины и витамины комплексы для роста волос. Как действует на волосы? Масло для роста волос – это природный кладезь питательных веществ, полиненасыщенных кислот. Получает их посредством переработки орехов, плодов и семян растений. Масляные экстракты растений составляют прекрасную альтернативу дорогостоящим бальзамам, маскам для укрепления и стимуляции роста локонов. В их составе присутствуют витамины красоты А, С, Е, множество полезных жирных кислот, в том числе омега-6 и омега-3. Фенолы, полифенолы, лецитин, фитонциды.
Регулярное применение масляного экстракта гарантирует заметные перемены, делает локоны послушными, мягкими и шелковистыми. Способствует укреплению волосяных луковиц, предупреждая выпадение волос, локоны становятся крепкими, защищенными от агрессивного воздействия внешних факторов, солнечного ультрафиолета, масло оказывает противовоспалительное действие, предотвращает появление перхоти, развитие сиборийного дерматита, некоторые растительные экстракты обладают осветляющим действием. Подробнее о натуральном осветлении вы можете узнать у нас на сайте. Масляные экстракты для волос бывают эфирными и косметическими, базовыми. Эфирные масла не имеют жировой основы, они легко проникают внутрь покровов, оказывают раздражающие действия, стимулируют кровообращение и внутренние процессы. Самыми популярными эфирами, стимулирующими рост локонов, признанный эфир чайного дерева, отличается высоким лечебным и питательным свойством, часто используется для борьбы с перхотью и дерматитами кожи головы. Масло Бэй улучшает рост волос, останавливает расслаивание кончиков, стабилизирует жировой баланс кожи головы. Масло Андрея – средство глубоко очищает покровы головы, способствует росту новых волос, камфорное, способно реанимировать ослабленные окрашиванием локоны. Подарит блеск и остановит выпадение. Косметические, базовые масла обладают более плотной текстурой, не летучие. Их можно наносить в чистом виде без риска обжечь кожу. Такие средства создают вокруг волосяного стержня защитную жировую пленку, блокируя негативное воздействие внешних факторов. Приумножить длину локонов поможет массаж кожи головы с применением масляных экстрактов. В список лучших масляных экстрактов растений, которые помогут быстро укрепить и отрастить длинные волосы, входит масляные. Средства добавляют в маски, используют для обогащения, бальзамов, шампуней или в процедурах для стимуляции роста. Чтобы получить максимальную пользу от экстракта, подбирайте его правильно: для жирного типа шевелюры – органовое, кокосовое, льняное, миндальное, а для сухих локонов подойдет оливковое, репейное, касторовое. Подробнее о том, как использовать эфирные масла для роста волос, читайте у нас. Добиться желаемого результата одними растительными экстрактами очень сложно и долго. Эксперты рекомендуют добавить в уход профессиональные активаторы роста или специальные аптечные средства. Отрастить длинные локоны также помогут шампуни для быстрого роста волос, укрепляющие и стимулирующие рост сыворотки. Для волос многокомпонентные маски для волос с эффектом быстрого роста, ампулы, которые ускоряют рост волос. Витамины и комплексы для роста волос.